40 кандидатов на краповый билет. Школьники и студенты Нарьян-Мара на неделю переехали в палаточный лагерь, который развернулся на берегу реки Куя. В Ненецком округе стартовал традиционный военно-патриотический слет «Звезда». Наша съемочная группа побывала на месте событий. С первыми подробностями Любовь Пермякова. Антон Притыка уже третий раз участвует в военно-патриотическом слете, каждый раз совершенствуя навыки туриста. Я уже научился всему, что можно в обычном туристическом лагере. Ну, это то есть поставить палатку, развести костер, приготовить обед. Ну, и уже такие развлекательные стрельбы, там веселый старт, все такое. А не думал свою жизнь вот связать с туризмом, если ты так любишь? Думал, но мне больше нравятся полеты. Так что я вот еще пока решаю, что мне, либо полеты, либо туризм. В этом году организаторы слета «Центр молодежной политики» особенно постарались. Кроме основы школы выживания в природных условиях, ребята пройдут подготовку к армии. С привлечением инструкторов из спецподразделений войск наших, значит, будет проходить, скажем так, некое подобие. Ребята почувствуют, что значит такое сдавать там на берет. Вот, будет, их ждет марш-бросок. Но перед этим, конечно, они пройдут эту программу, все, пройдут определенное обучение. Их ждет марш-бросок, там какие-то некие тактические вещи. И вот для самых, скажем так, выживших, в кавычках назовем, там будут спарринги с инструктором. Ну, упрощенно, естественно, это в форме, все в такой, в гуманной, в щадящей. Но, тем не менее, ребята почувствуют. Возможно, у них появится интерес потом к тому, чтобы пойти служить. Возраст участников от 14 до 17 лет. Это представители патриотических и военно-патриотических объединений Ненецкого округа. Среди них Полина Корх, ученица 8 класса 6 школы. Ну, первое время было трудно, потом уже как-то привыкали и к комарам, и к местности самой. В город приезжали, было скучно и без комаров, и дома, ни деревьев, ничего. Угу. А вообще подружилась уже здесь с кем-то? Со всеми. Палатку можешь построить? Палатку нет. А чему научилась? Ну, научились костер разжигать, стрелять из воздушек. Ползали мы на реку. Ребятам предстоит научиться пользоваться современными средствами радиосвязи и спутниковых навигационных систем. Они станут участниками военно-тактической игры «Захват флага», соревнований по пулевой стрельбе и сдадут нормы по военно-прикладному спорту. Слет продлится до 23 августа. Любовь Пермякова, Александр Дуркин, телеканал «Север».